Добрый вечер. И очередная порция новостей об нашем ЖКХ. В первую очередь хочется сказать о 15.01. Могу с уверенностью это сказать, что 15.01 уже покрывает весь город. То есть наша скорая, это коммунальная помощь, уже обслуживает не отдельно взятые какие-то районы, а на сегодняшний день мы уже покрыли весь город. Также к этой инициативе уже с этой недели добавился Горзелентреск. Если есть какие-то аварийные ситуации с деревьями, вы набираете в 15.01, выезжают аварийщики и решают этот вопрос. И теперь хочется рассказать об абсолютно новой инициативе, то, о чем мы уже упоминали и сейчас начали делать. Это лицевые счета в домах, которые на балансе у ЖКС. Что это такое? Мы сделали первый пилот в ЖКС Черноморский. Дома теперь есть лицевой счет, где видно, какую сумму уже саккумулировано на счете дома и какая сумма потрачена на ремонт. С помощью этого жители дома могут мониторить и контролировать те расходы, которые ведет ЖКС на обслуживание их дома и те ремонты, которые выполняются. В дальнейшем точно так же мы будем внедрять эту систему и в остальных ЖКСах. Ну и напоследок хотелось бы вспомнить о том, что 7 числа был наш очередной парад наших рождественских вагончиков. Он в этом году был 5-й и, как мне кажется, был самый яркий. Очень много одесситов вышли покататься на рождественских вагонах. Мы не смогли всех это разместить в салоне, а это большой показатель. Поэтому будем добавлять на будущий год это рождественских вагонов, будем делать наш этот парад еще ярче, а город наш еще чище. До свидания, до следующей недели.